Воскресный день, ну, субботний точнее. Где тут встать, где тут порыбачить? Ну, главное, ой, с правой стороны встали. Ну, сейчас смотрите, где кто дернет, там сразу остановимся. А мы стояли чуть дальше. Ну, посмотри, хоть кто-то ловит, что-то нет. А что в камышах, посмотрите, творится? Ё-моё, на каждом углу люди. На каждом углу. На лодках, а вон даже в сапогах прошли. В костюмах Аладдин. Наверное, здесь все-таки рыбы меньше, чем рыбаков. Вот, ну как большая. Можно здесь рыбачить? Ну как рыбачат же, он и ловит. Да, полгорода здесь. Да ты смотри, что творится. Пробка. Пробка, не проехать. Еще и бои. Боишься? Палыч, ты сменишь? Вон они, знаешь, что приспособят? На пластмассовых ящиках все сидят. Ну, я знаю. Да, я-то думал, что-то про такое не подумал. Все на два пластмассовых. Ёлки-палки, а вон слева что творится. Ну, это кто не поместился, поехали дальше. Это кошмар. Наоборот, за народ, вот, радуйся. Ничего не поймает, но свежим воздухом подышит. Да? И смотри. Каждая третья – это женщина. Ну правильно, что мужиков? Женщина. Да вон везде стоят. Везде сергей стоят, вон уже. Это вот она стоит, женщина. Женщина стоит. Так что удачи всем. Мы вот, а мы дальше поедем. Ловить. Раз судок. Два судок. Вот это вы вечером приехали за ночь, да? Ну уже затемно, да. Ага. Вот второй. По утрам, да? О, ну, все-таки полный. Вот второй. Молодцы. Видно? А вы снимаете? Да, да, ну, да. Вот второй. Ага. Отлично. Это уже кольца. О, там еще машины далеко тоже стоят. По всему побережью Кульсы, великой руки, велики. Там он дальше, это уже на асфальте рыбачит. Ну так, поклевывает здесь. Нормально пойдет. Есть улов. Мы довольны. Народ какой-то разъезжается. Другой приезжает. Ну уже, я так думаю, с ночевкой плотно. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего.